Если во время презентации вы хотите использовать рукописный ввод, заготовьте несколько страниц в конце для рисования специально. Для перехода к этим страницам мы нажмем номер страницы 13, и после нажатия Ctrl-P можно будет рисовать. Причем не только на наших пустых слайдах, заготовленных специально для рукописного ввода, но и на всех остальных слайдах, переход к которым можно осуществить по номеру слайда, сопровождаемому кнопкой Enter. Можно рисовать на любом слайде, и после того, как мы закончим презентацию, можно либо сохранить все эти записи в презентации, либо их уничтожить.